В Карелии может появиться еще одно почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны республики». Соответствующие изменения в законопроект о госнаградах подготовили депутаты карельского парламента фракции «Единая Россия». Они первыми приезжают на место происшествия без страха, без сомнения и зачастую, рискуя своей жизнью, спешат на помощь пострадавшим. Только в 2015 году работники противопожарной службы потушили более 1200 пожаров, а главное, их усилиями спасено почти 9 сотен человеческих жизней. Чтобы появилась возможность отметить тех, кто особенно отличился в борьбе с огнем, МЧС республики обратилась к депутатам законодательного собрания фракции «Единая Россия» с просьбой ввести в республике звание «Заслуженный работник пожарной охраны Карелии». Эта инициатива, она призвана отдать дань уважения вот этим людям этой мужественной профессии. Безусловно, это должно осуществляться комиссионно на основании заслуг каждого отдельного сотрудника или работника пожарной охраны. Присвоение почетного звания влечет за собой ряд преимуществ, в частности, более ранний выход на пенсию и определенные доплаты. Однако уже само его введение – это большой подарок всем сотрудникам в год пожарной охраны, которым объявлен в России 2016-й, уверена вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник. И, кстати, останавливаться на этом депутаты не намерены. В планах на 2017-й найти возможности поддержать отрасль материально. Сейчас мы уже начинаем обсуждать принятие бюджета на 2017 год, и фракция «Единая Россия» обратилась в адрес правительства и в адрес Министерства финансов с просьбой при разработке этого законопроекта предусмотреть возможность приобретения новых автомашин для пожарных частей Республики Карелия. Если в этом году мы приняли решение и выделили средства на приобретение машин скорой помощи, 30 миллионов рублей, это позволит приобрести порядка 30 новых машин и обновить парк, то вот с пожарными машинами пока этого не получилось. Будем надеяться, что правительство в этом начинании нас поддержит. Стоимость одной пожарной машины порядка 6 миллионов рублей. Поэтому, если удастся купить хотя бы 1-2 машины, это уже будет удачный старт активной кампании по поддержке противопожарных служб Карелии, считает депутат.